Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные Божьи дети! Всех вас приветствую! Нет другого имени под небом, потому я приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Этим именем мы спасены, этим именем спасаемся, этим именем живем и побеждаем. Слава Господу! Вот, приветствую всех вас из Киева, с берегов Днепра. Пусть прославляется имя Господа Иисуса Христа и здесь, в Киеве, в Украине и по всему лицу земли. Да, сегодня вот уже сейчас 6 часов утра по киевскому времени. Вот, и включаюсь в прямой трансляции на Ютубе. С утренней молитвы включение делаю прямое. Слава Богу! Вот, и после молитвы готовлюсь уже к занятиям. Я выезжаю на занятия вскоре. И с 10 утра уже, там молитва вначале идет у них, а потом с 10 занятий уже в 10 утра подключайтесь на прямую трансляцию с библейской школы. Школа библейского христианского мировоззрения. Так вот называется она. Это название я, честно говоря, впервые услышал. А вообще организовала эту школу молодежь с миссии. Такое есть, как назвать это? Ну, христианская организация такая, такой фонд или как миссия. Молодежь с миссией называется. Наверное, многие из вас слышали об этом. Я много раз слышал, вот, и хотя не часто пересекался, в России пересекался с вот этими ребятами, девчатами, которые являются такой интернациональной командой вот этого великого служения, потому что для меня это величайшее служение, потому что когда молодые люди, знаете ли, вот свои лучшие годы отдают, да, Иисусу, отдают в служение Господу, и тем более это интернациональное служение, международное служение, там, допустим, люди, вот даже здесь вот в школе, в Киеве, кто подключался, те видели, да, что там тут же перевод идет на английский язык, потому что, ну, примерно половина там студентов, они по-русски и по-украински, они не понимают ничего, им нужен перевод. Вот, и я Богу благодарен, что, да, вот, люди учат язык, учат английский язык, вот, и наши есть, украинские ребята, русские ребята учат английский язык, имеют общение друг с другом. Знаете, как замечательно, когда вот написано в Слове Божьем, как раз вот читал из послания Иоанна, первое послание его соборное, что когда ходим во свете, да, и когда имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Вот такое сильнейшее такое послание любви божественной, откровение. Спасибо Господу за все. Очень Богу благодарен. Вот, и для меня это честь этим молодым людям делиться с ними Словом Божьим. Там и не только молодые люди, но в основном это молодежь, конечно. В основном молодежь присутствует на занятиях. Занятия открытые, кстати, проходят на Сокарках, на дачах. Вот там участок земли, и там постройки есть уже. Сейчас скажу, это 6 километров. Если маршруткой ехать надо, сейчас скажу. От метро Славутич, вспомнил, Славутич. Вот. Но кому интересно, то адрес я дам. Кому интересно. Я, в общем-то, выставлял уже здесь и на Фейсбуке смотрю. Уже народ отреагировал уже. В улице Весняна. То есть, получается, да. Улица Весенняя, получается, да, по-русски. Так, сейчас вот я попробую, если добавиться здесь прям. А, нет, надо разбивать пополам, потому что... Так. Вот так. Весняна, висим. Так. Вот так вот. О, на две части разбил это послание. Вот, кому интересно, или вы сами в Киеве, допустим, да, или же вы не в Киеве, но у вас здесь друзья, родственники, знакомые, которые хотели бы посетить сегодня, ну, может, поздновато, но может, кто-то успеет даже сегодня приехать.
Завтра еще, даст Бог, со мной будет отец Олег наш. Вот, обещался быть, по крайней мере, вот я буду сегодня ждать его тоже звонка. Вот, и в пятницу. Но в пятницу занятия вряд ли будут. Будет экскурсия в Киеве. Организуем экскурсию. То есть не только теория, но какая-то практика, и надо что-то будет еще людям посмотреть. Тем более, что многие там, они впервые в Украине, впервые в Киеве, в столице Украины, да, и хотят посмотреть храмы, там все, ну, историю, прикоснуться к истории Украины, прикоснуться к истории Киева. А здесь, поверьте, есть что показать, есть что посмотреть, да, это действительно, да, восточноевропейская такая столица, вот, и очень важный стратегический город такой, слава Богу. Духовно здесь переплелось столько много всего. Поэтому я часто пою здесь с братьями, с сестрами, пою «Иисусу слава, Иисусу слава, луна є пісня над схилами Дніпра, Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна». Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття, через свого сина, всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Алілуя, алілуя, алілуя. Люди України, чи люди всіх народів, підіймайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Він Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Алілуя, алілуя. Слава Ісусу Христу, алілуя. Да, друзья, славим Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Сегодняшним утром прославляю Господа, Бога Святого, Великого Спасителя нашего. Сегодня 20 марта 2019 года по гражданскому нашему календарю, а по библейскому исчислению, кто помнит, какое сегодня у нас число, какая дата? Очень и очень великая дата. Вот. Связано это с библейским великим праздником, который вот уже сегодня вечером мы начинаем, кстати, праздновать.
Да, но сегодня дата очень великая, как раз канун праздника. Пурим праздник называется, праздник Пурим. Как говорят здесь в Киеве, евреем можешь ты не быть, но на Пурим прийти обязан. Это действительно праздник такой, читаешь Библию и дух захватывает просто от восторга, от действительно великой победы Господа Бога Всемогущего. Спасение Божьего народа произошло 2500 лет назад почти, да. О, слушайте, это ж сколько поколений прошло, но до сих пор с благодарностью к Богу миллионы верующих, евреи и неевреи, празднуют этот праздник. Но он чаще называется еврейским праздником, потому что именно еврейский народ сохранил этот праздник, донес до наших дней, слава Богу. Вот, а уже многие христиане, к сожалению, разных конфессий, разных деноминаций, об этом празднике, как правило, вообще забыли. Это только вот последние десятилетия начинается интерес к библейской традиции, библейским праздникам, как бы вот библейской культуре. Вот, и потянулись многие верующие к корням своей веры, стали интересоваться не только догматами, вероучением Библии, но и практикой библейской, вот, праздниками, которые вот есть в Библии. На протяжении многих столетий большинству христиан было проще праздновать языческие оккультные праздники, политические, государственные, какие угодно, но только не библейские. Большинство верующих в силу традиции, в силу инерции такой религиозной, религиозно-политической даже скажу, было ближе культура бесовская, культура языческая. Это я говорю не то, что я не осуждаю людей, просто люди действительно большей частью оказываются всегда заложниками вот таких, знаете ли, суеверий, насчет колдовства, заложниками традиции. Это сильнейшая вещь, традиция. Вот, и, знаете ли, и 5 столетий назад начался постепенный такой поэтапный процесс реформации. Была многовековая эпоха великой деформации, деградации мирового христианства. Но вот 5 столетий назад началась эпоха великой реформации, то есть восстановление, покаяние, исправление, возрождение церкви. Была порча церкви многовековая, и началось восстановление, возрождение церкви, уже 5 столетий продолжающиеся, даже чуть больше 5 столетий. Потому что великая Октябрьская христианская реформация грянула когда? В октябре 1517 года. Да, и Мартин Лютер прибивал тезисы к дверям Виттенбергского собора всех святых. И, как проповедники некоторые говорили в древности, в старину, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Но можно перефразировать и дальше продолжить. Европу и также весь христианский мир. Стук молотка этого монаха пробудил весь христианский мир. Ха, и это был не просто стук этого христианского монаха католического. Не-не-не. Это был стук самого Господа Бога Всемогущего, потому что Он стучался в двери Своей Церкви. Он и раньше стучался. Безусловно, Он, Господь, и раньше стучался. Но Его стук люди не слышали, закрыв свои уши, свои сердца, окаменели сердца человеческие, очерствели. Да и сам Мартин Лютер и другие реформаторы 16-го столетия, они были частью религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры тогдашнего отступнического, значит, такого деформаторского христианства. И слава Богу, что вышли эти братья и стали лидерами уже реформаторского такого христианства. Восстановление, христианство восстановления, христианство покаяния, исправления, работа над ошибками. Конечно, они и сами ошибки совершали, и пути их были несовершенны, но они начали процесс благословенный. Господь через них действительно совершил свои деяния великие. И 5 столетий постепенно, поэтапно Церковь Божья восстанавливается из руин. Постепенно, поэтапно Церковь Божья воскрешается, как бы, восстанавливается. Это потрясающе, это удивительнейшая история, друзья мои, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня я буду говорить в библейской школе тоже
об этих вещах, поэтому не забывайте, подключайтесь. А кто не сможет онлайн с 10 утра по киевскому времени, здесь же на ютубе я делаю трансляцию. Кто не может в это время подключаться, допустим, вы будете на работе, на рабочем месте, то тогда вы можете потом все это в записи посмотреть, потому что все онлайн, они сохраняются автоматически там, здесь же на канале ютуба. Вот так вот. Вот, и плюс еще пишу на камеру, когда будет возможность, я постараюсь все это обязательно, значит, на YouTube загрузить уже в хорошем качестве, с хорошим звуком, потому что трансляция у меня здесь, этот китайский Android, он, к сожалению, я вижу, звук очень рассеянный. Нет, когда в помещении, когда вот в комнате, да, сейчас, допустим, оборудовано, я один говорю прямо сюда, то нормально слышно все. Братья довольны, слава богу. Но если это в помещении где-то, если где-то, то прилюдно, то и на расстоянии определенном, то, конечно, звук уже рассеянный такой. Не обессудьте. Технически пока еще такие неполадки. Напоминаю, что адрес школы библейской я уже здесь уже указал, чуть выше вот как раз информацию, с 10 до 13 на Сокарках, на дачах Весняна-Висин. Там как раз проходят занятия. Так что, если вы в Киеве или ваши знакомые, друзья в Киеве, то вы можете прямо сейчас, ну, чуть попозже выехать также и попасть как раз прямо на занятия. И тогда вы сможете еще и, ну, как бы пообщаться. Я смогу с вами пообщаться лично тогда, значит, и можете задавать вопросы. Потому что занятия эти, этой школы, этот курс сделали публичным, открытым, поэтому любой человек может приехать и, в общем-то, принять участие. Хорошо, дамы и господа, братья и сестры, и сегодня молюсь действительно вот о божественном Пуриме для Церкви Божьей наших дней, для наших судеб. Катан Пурим, Малый Пурим. И, друзья, сегодняшний день, он называется пост Эсфири. По традиции 13-го Адара, сегодня 20 марта 2019 года, и в этом году, на сегодняшний день, выпало, получается, 13-е Адара 2-го. Как раз это, почему я говорю, великий день в календаре, и нашей церкви, в нашей церкви в календаре обозначены шаббаты, обозначены библейские праздники. Вот, я лично стараюсь, как реформатор, помогать людям, и сам освобождаюсь, и помогаю людям освобождаться от вымыслов всевозможных человеческих, от бесовских учений, традиций языческих, оккультных традиций, и помогаю людям обретать веру истинную, Божью, и традиции уже, будем так говорить, практиковать опыт библейский и праздники библейские. Вот, и поэтому опубликую. Так вот, 13-е Адара, кто Библию внимательно читает, те знают, да, что это день особенный в библейском календаре, очень и очень особенный. Потому что нечестивый Аман в книге Эсфири рассказывается, именно вот на этот день он замышлял свое злодеяние, Холокост тогдашних лет. Шоа была бы, трагедия была бы еще больше, даже чем во время Второй мировой войны, когда 6 миллионов евреев было уничтожено. Дамы и господа, братья и сестры, дело в том, что если бы тогда замысел нечестивого вот этого Амана и его приспешников, тогдашних фашистов, если бы удался бы, то фактически у них, наверное, получилось бы уничтожить весь народ или почти весь народ Израиля. Почти или даже весь, полностью искоренить народ Божий. Но знаете ли, с Божьей миссией народ, с Божьим посланием народ, это была борьба света и тьмы, борьба, когда враг рода человеческого, сатана, дьявол, пытался, знаете ли, через своих чертей, вот этих вот, как, таких как Аман и его приспешники, его сыновья, его приспешники, бандиты, там их были тысячи и тысячи, они готовили ножи, готовили орудия убийства и потирали уже руки, им ждать приходилось где-то год. В течение года они готовили это убийство, вынашивали планы, но все поменялось вдруг. Все поменялось, дамы и господа. И 13-го Адара, вместо того, чтобы значит, погибнуть евреям, да, евреи тоже ж погибали в тот день, потому что если в столице обошлось там у евреев без жертв, то, ну, так предполагаем, по крайней мере, мы.
убиты были только эти фашисты, антисемиты, то, значит, в провинции, конечно же, шла борьба, ожесточенное сражение. Евреям позволили, значит, государевым указом, царским указом заступиться за свою жизнь, свои семьи, и евреи взяли руки оружие, чтобы защищать свои жизни, своих родных, ближних, своих жен, детей. Вот, и поразили антисемитов этих, поразили фашистов этих, и мы победили. Мы победили тогда, слава Богу. И тысячи вот этих бандитов были уничтожены, террористов этих тогдашних были обезврежены, были уничтожены. Вот, и это произошло именно вот в этот день, 13 Адара. А на другой день, на следующий день, 14 Адара, поэтому стали праздновать люди, праздновать, веселиться, стали давать друг другу подарки, посылать угощения. До сих пор традиция, представьте, почти 2500 лет прошло. Это было, ну, примерно так, грубо говоря, так за 500 лет до нашей эры. Вот, и представьте себе, до сих пор традиция сохранилась именно вот завтрашним днем. Да, мы что делаем? Такой благочестивый обычай. Посылаем друг другу гостинцы. Обычно два вида пищи какие-то, там какие-то, может, например, конфеты, фрукты, там, не знаю, что-то еще можно там подарить. Угощать посылаем, особенно бедным людям, допустим, даем, посылаем это. Вот, это как воспоминание о том, что когда мы победили, разгромили всех врагов наших, то стали друг другу посылать угощения, поздравлять друг друга, радоваться. И следующий день, получается, 15-й Адар уже, это 14-й Адар праздник, завтрашний день праздник. Вот, и послезавтра тоже праздник, как продолжение праздника, называется Шушан Пурим, то есть Пурим в городе Сузы. Ну, в русском произношении «сэ», «сузы», а так «шушан» на еврейском языке, «шушан», «шушан Пурим», «Пурим в городе Сузы», в столице тогдашней, где Ахашверош, или в русском произношении Артаксеркс, значит, в общем-то, восседал на престоле, как царь, батюшка, как говорится, государь-император. 127 областей, от Индии до Эфиопии, представьте себе, огромнейшие территории тогдашние, все подчинялось этому тирану, этому императору, царю. Вот, и, да, слава Богу, что после разгрома нечестивцев это гнездо терроризма было, будем так говорить, разорено, вот, и правой рукой императора стал благочестивый Мордехай или Мордехей, он стал действительно по правую руку от императора, его доверенным лицом, и, в общем-то, слава Богу, что царство успокоилось, царство пришло к миру такому, вот, когда истребили нечестивцев. Вот, и воспоминания об этом до сих пор, вот, они горят в сердцах наших, до сих пор, перечитывая Библию, для каждого, неважно, ты еврей, не еврей, если для тебя Слово Божье, Библия – это Слово Божье, если для человека Библия – Божье Слово, если человек, независимо от своей конфессии, деноминации, ну, религии, там, традиции религиозной, да, если национальность независима, если для тебя Бог Авраама, Исаака, Якова твой, Бог родной, отец твой, если ты сын или дочерь Божья, и для тебя Библия – это Божье Слово, то тогда, конечно, Пурим для тебя обязательно – это великий и святой праздник. Потому что целая книга Библии посвящена этому празднику Пурим. Сегодня вечером будем читать книгу Эсфири. В 6 часов вечера подключайтесь. Сегодня я уже подключаюсь к чтению книги Эсфири, Магилат Эстер. Если возможность есть у вас в вашем городе, где вы живете, сходите в синагогу, не поленитесь. Сегодня позвоните, ну, чуть попозже, конечно. Вот, позвоните, узнайте, или в интернете наберите, где читается книга Эсфирь. Значит, и обычно в синагоге читают. Придите, побудете вот на этом чтении, это незабываемое переживание, скажу так вам. Это, а еще лучше, перед тем еще внимательно, можно в семье, допустим, посмотреть фильм «Царица Эсфирь», да? Вот, можно вместе порассуждать, почитать эту книгу «Эсфирь» на русском, на украинском, то есть на понятном вам и вашей семье языке, порассуждайте с детьми.
Вот, и когда придете уже в синагогу, то, конечно, это будет, ну, очень таким сильным переживанием для вас, потому что вы прикоснетесь вот к этой истории, которая не просто далекое прошлое, а которая, знаете ли, свидетельствует о том, что Бог жив и сейчас, и в наши дни, о том, что рука Его не сократилась, не укоротилась, о том, что мышца Его не ослабла, о том, что Он и сегодня тот же самый. И именно об этом праздник Пурим, собственно, это главная идея, главная тема праздника Пурим, что Бог не оставил, не покинул нас, даже если мы оставляем и покидаем Его, что в истории человечества бывало часто, к сожалению, увы. Вот, но Бог, в свою очередь, как отец наш, как любящий батько небесный, да, татусь, в украинском очень красивое слово, татусь. Тато, татусь, татусь — это папочка, папуленька, для рожденного свыше человеками это именно так и есть, папочка, папуленька, папенька, Авва на еврейском, Авва, отче, Авва, Авину — это отче, это отец, папа, а Авва — это папочка, папуленька, папенька, аллилуйя. Лариса пишет: «Да, благословенного дня, дорогие». Иван Левко: «Пусть каждый новый день приносит радость и миром, пусть наполнен будет дом, любовь и кротость, милосердие, благость, пусть будут качествами сердца твоего». Да, спасибо, такие прям у вас стихи хорошие, слава Богу, выражаетесь так вот в стихотворной форме такой уже. Слава Богу, пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры. Молюсь сегодня, молюсь и благословляю великого Бога в преддверии праздника Пурим. Сегодняшний день приготовлений последних к празднику. Вот, Пурим шпиль, я не знаю, получится ли, но даст Бог, сделаем, проведем этот Пурим шпиль. Аллилуйя. Да, здесь, конечно, интересно, что божественный Пурим, Пур это в Библии говорится, рассказывается, да, что Пур это жребий. Пур — это жребий. Пурим, поэтому это праздник жребия. Когда бросается жребий, о нас многие метали и метают жребий, знаете ли. И у дьявола лишь одно у него на этих его жеребьевках: украсть, убить и погубить. Это то, что он действительно, вот, ну, будем так говорить, для человека прописал. Украсть, убить и погубить. Но жребий Господа, Бога живого, Бога всемогущего какой? Это жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя, аллилуйя. Ну вот и сейчас предмолитвой, сейчас такой благодарственной, пуримной, такой предпуримной молитвой прочитаю из книги «Сфирь». «И описал Мардахей эти происшествия», из книги «Сфирь» читаю, из Библии, книга «Сфирь», с 9 главы, с 20 стиха. «Описал Мардахей это происшествие и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно», то есть ежегодно, правильно, да, ежегодно, празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его. То есть завтра и послезавтра. Ну, сегодня вечером уже начинается праздник. Поэтому настраивайтесь на праздник. Весь этот месяц, он праздничный. Он, радость увеличивается. Чувствуете? Радость усиливается. Дальше пишется в Библии так, что как в таких дней, в которые иудеи сделались покойны от всех, от врагов своих. И как такого месяца, то есть обратите внимание, не только 14-15 числа, завтра и послезавтра, да, значит, месяца Адара второго, радостные, праздничные, а целый месяц даже. И как такого месяца, в который превращение, такое божественное волшебство произошло, удивительное действие Бога, аллилуйя, превращение. Что превратилось? У них печаль в радость. Аллилуйя. И сетование в день праздничный. Аллилуйя. Даже если сейчас печаль и сетование у вас,
по какому-либо поводу, может, по поводу финансовых вопросов, да, может, по поводу здоровья, по поводу еще чего бы. Знаете, что Пурим – это время переворота, божественного переворота, превращения. Еще раз считаю, печали во что? Во что печаль превращается верующего человека, доверяющего Богу? В радость, да? А сетование во что? В день праздничный. Аллилуйя! И дальше Мордехай написал так следующее. «Чтобы сделали их днями пиршества». Готовьтесь к пиршеству. Сегодня вечером начинаем. Прочитаем книгу «Исфирь» и будем пировать, ликовать, радоваться и веселиться. И завтра, и послезавтра, два дня подряд этого великого праздника, библейского святого праздника. Аллилуйя! «Посылая подарки друг другу». Так что... дарите подарки, друзья, друг другу и подаяние бедным. Не забывайте нищих, не забывайте бедных людей в эти дни особенно. И приняли, написано, и приняли иудеи то, что уже сами начали делать. И о чем Мордехай написал к ним. Это книга «Исфирь», Библия, книга «Исфирь», 9 глава, с 20 по 23 стихи я прочитал. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Не знаю, я только начинаю думать о Пуриме, мое сердце просто начинает просто ликовать, просто вырывается от радости, не знаю. Я, как вот в Украине говорят, у захвате, просто у захвате от этого торжества. О, спасибо тебе, Господь, благословен ты, Царь Вселенной, спасибо тебе огромное за все. Благодарю тебя за великую победу народа твоего. Великую твою победу, потому что это не только победа твоего народа, даже и не сколько народа твоего победа, а столько твоя победа, Боже, в народе твоем. Твое величество, слава тебе, Господь, и величие. Благодарю тебя, Господь, перечитывая книгу «Исфирь», Боже, в Библии твоей святой, я восхищаюсь тобой, я восхищаюсь и... воздаю тебе хвалу и славу сегодня и за царицу Исфирь, и за Мордехая, и, Боже, за покаяние всего народа тогда Израиля. Ведь многие действительно смирялись накануне и каялись, и просили прощения у тебя, обращались, совершали тшуву, и ты, Господь Бог Всемогущий, отменил приговор тот. И печаль у них в радость обратилась, сетование в пиршество, в ликование, в праздник превратилось. Боже, и я благодарю Тебя за сегодняшний день, 13 число месяца Адара 2, когда наши враги хотели истребить нас, искоренить под самый корешок, под самый корень. Но, Господь, получилось не по их, а получилось по-нашему. Получилось не по жребию сатаны и всех его приспешников, а получилось по Твоему жребию и, Боже, по Господь. Героическому, Боже, сопротивлению и победе Твоего народа. Боже, благословен Ты, Царь Вселенной. Благослови, Господь, сегодня всех евреев. Благослови сегодня Израиль. Благослови сегодня Иерусалим. Благослови сегодня, Господь Боже, всю нашу истрадавшуюся планету. Все народы нашей истрадавшейся земли. Потому что вся тварь стенает и мучается. Все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Боже Всемогущий, и пусть этот Пурим, Господь, всего 5779 года от сотворения мира, он станет действительно Пуримным переворотом в судьбах миллионов и миллионов людей, Господь. Слава Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Святой, Великий Бог наш, Великий Израилев. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за Новый Завет в крови Мессии, в крови Иисуса Христа заключенной. Благодарю Тебя за то, что действительно Церковь Бога Живого, Твоя Церковь, Господь, в эти времена, в эти, особенно последние десятилетия, начинает путь тшувы и продолжает путь покаяния, исправления, возвращается, Боже, уходит от языческих оккультных традиций, от всего наносного, к чему нас приучили, и возвращается к истокам, к основаниям веры, к основаниям традиции нашей. Слава Тебе, Господь! От чего отпали? Возвращение к первой любви нашей. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя за все. Аллилуйя! Слава, слава, слава и хвала, Господь! Благословен Ты, Царь наш! Аминь!
Аминь, аминь. Братья, сестры, возлюбленные Божьи дети, давайте совершим причастие, хлебопреломление прямо сейчас. Я приготовил себе здесь тоже. Налейте себе сок или просто воды, даже если нет у вас сока. Вот. Я на Пурим приготовил уже. У меня есть уже там виноградный сок. Но я его сегодня вечером открою. Значит, именно лихаем поднимем бокалы. Значит, налихаем за жизнь. И это будет виноградный сок. Дорогой виноградный сок купил. Значит, сегодня еще, может, успею даже в синагогу еще. Куплю там еще сок еще виноградный. Вот. А здесь у меня просто сейчас вот просто компот. Сварил я сока фруктов, значит, и фруктов. И просто печенье. А вечером сегодня уже и завтра у меня, даст Бог, уже будет уже виноградный сок, значит, и уже кошерная лепешка. Слава Богу. Вот. И, но самое главное не качество вина или хлеба, а в причастии, в хлебопреломлении, а качество нашей веры, нашего рассуждения. Потому что причастие, я напоминаю, дамы и господа, братья и сестры, причастие, евхаристия, хлебопреломление совершается не просто ртом нашим. То, что входит в нас, оно и исходит, чем очищается всякая пища, написано. И это не может нас не осквернить, ни тем более не может осветить то, что мы едим, кушаем. А то, что исходит нас, либо оскверняет, либо освещает нас. А что же может осветить нас, исходящий из сердец наших? Самое великое, вот, сейчас, прямо сейчас, совершается нами. Да? Это рассуждение о теле и крови Машиаха. Христа Иисуса, Машиаха Иешуа, его имя Иешуа, в русском мы произносим как Иисус, или в украинском так тоже, только пишется с одной И, Иисус, а так Jesus, там Иса, а буквально Иешуа или Иешуа, буквально Иегова Спаситель, Бог или Господь Спасающий, Господь Спасающий, Господь Спаситель, так можно перевести это имя, Иешуа или Иешуа. Его или Иешуа, Иешуа Машиах, Иешуа, мы говорим Ха-Машиах, Иисус Христос. И самое главное, самое основное, это действительно освящение происходит сейчас прямо, это наше рассуждение о том, что кровью Иешуа Машиаха я спасен, кровью Иисуса Христа, моего Спасителя Господа, я спасен. Я исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Пурим божественный свершился в моей жизни. Крутой переворот. На 180 градусов переворот. Благодаря крови и телу Иисуса Христа. И сейчас я сам являюсь телом и кровью Иисуса Христа. Как верующий человек. Потому что церковь Бога Живаго. Потому что христианство, церковь как христианство, да, церковь как... Дом Божий называется телом, сравнивается с телом Машиаха, с телом Иисуса Христа. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Боже Всемогущий! Благодарю тебя! Благодарю тебя и благоставляю великое имя твое! Отломите себе немного хлебушка, возьмите, или печенюшку, как я, вот, или что-то еще возьмите, пожуйте, возьмите, налейте себе компот там, или сок, попейте и порассуждайте. Вкушая это все, жуя это и запивая, размышляйте о теле и крови Иисуса, что мы одно, мы с тобой, скажите Богу, мы с тобой одно тело, и у нас одно дело на этой земле, мы с тобой одна плоть, мы с тобой одна кровь. Плоть и кровь моего Господа Иисуса Христа во мне, Иисус Христос во мне, величайшее таинство, Он с одной стороны улетел, и обещал вернуться, но с другой стороны, Он с нами во все дни до скончания века. Каким образом? Он здесь среди нас, и Он в нас, в наших сердцах, в сердцах верующих, любящих Его, обитает, царствует. Аллилуйя, господствует, царствует. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя, Господь, Иисус Христос, мой брат, мой Господь, мой Царь и Спаситель. Благодарю Тебя, Господь, мой друг, мой Целитель, Освободитель. Иисус Христос, ни в ком другом нет спасения для меня, Господь, Боже, ибо нет другого имени под небом, данного мне, человеку, и всему истрадавшемуся человечеству также, которому надлежало бы мне спастись и всем нам спастись, которым я спасен, которым спасаюсь. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за все и благоставляю великое Твое святое имя.
Аллилуйя. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб с небес. Хлеб с небес Иисуса Христа праведника, Иисуса Христа Агнца своего. Ты, так возлюбив нас, отдал на крест, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь, за кровь божественную Агнца Твоего, которой я омыт от всякого греха, который очищен, освящен. Благодарю Тебя, Господь, за жертву великую. Благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе и хвала, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе и величие, слава в веках и народах, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды, слава Тебе и величие, слава в веках и народах, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему всем нам любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды, слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя, мудрость Твоя безгранична, любовь Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Ты искупил меня от греха, Ты дал мне любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Я пред Тобою, и мы все пред Тобою предстоим, и каждый из нас дорог для Тебя, и я дорог для Тебя. За все Тебя, Отец мой, благодарю, сущий на небесах. Да святится имя Твое, Папочка мой небесный, благодарю Тебя за все. Спасибо Тебе, Господь Боже, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, и Царь мой, Иегова, имя Твое, Бог великий всей земли и небес, слава Тебе, Господь, Творец неба и земли. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, друг мой и брат мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Ты мой герой, утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю
и за все благодарю. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я тебя люблю. За все я тебя люблю, я тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Спасибо тебе, Господь Святой, спасибо, 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 Господь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, 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 аминь. Тело Христа, скажите, возьмите хлебушек, помолитесь и скажите, тело Иисуса Христа принимаю я. Кровь Иисуса Христа, налейте себе соку или воды просто налейте. И скажите, я принимаю тело и кровь моего Господа Спасителя. Кровью Иисуса Христа я спасен, исцелен, благословлен, освящен. Единократным приношением тела и Господа Иисуса Христа, Его святой кровью, 2000 лет назад. И сегодня я просто факт констатирую, как печать для меня это, что да, действительно, Христос во мне, а я в нем. Аминь. 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 Аминь, аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Святой. Спасибо. Огромное спасибо тебе за все. Ты самый-самый-самый-самый красивый, самый умный, самый хороший, самый добрый. Никто с тобой даже не сравнится, даже близко вообще. Боже, действительно, великая честь, Боже, познавать тебя. А ты познаешь нас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за эту печать Духа Святаго в жизни верующих. И познал Господь своих. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Наше познание тебя и твое познание нас. Слава тебе. Боже, я проникаю в тебя. Ты проникаешь в меня. Я просаливаюсь Тобою, пропитываюсь Тобою, Ты пропитываешься мною. Спасибо Тебе, Господь. Я и Отец одно. Лехаем за жизнь. Аминь. Я и Отец одно. И кровь Иисуса Христа этому свидетельство. Я и Отец одно, и кровь Иисуса, Агнца Божьего, об этом вопиет, об этом кричит. Боже, благодарю Тебя, Господь, что я и Ты одно. И кровь Агнца Твоего, Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа Праведника, Боже, она в моих жилах, она во мне. И я сын твой, возлюбленный,
в котором мое в твое благоволение. А мое всегда к Тебе, Господь Божий, благоволение. Мое всегда к Тебе, Господь, желание, стремление. Боже, а Твое благоволение ко мне. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе, Царь Вселенной. Спасибо Тебе за эту великую тайну. Христос живет во мне. Спасибо за эту тайну. Я в Тебе, а Ты во мне. Они ле доди, ве доди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Мы вместе. Навсегда, навсегда, навсегда. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благословляю вас, братики, сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего Папочки, нашего Бога, Святого, Творца неба и земли. Барух Ашем, благословенное имя Его. Благословляю вас благословением священническим, братья и сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еверехеха Адонай веишмареха. Яхер Адонай панавлейха вихунекха. Иса Адонай панавлейха веяселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейном. Амен. Бог Авраама, Исаака и Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Иегова, на этой земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Государство, великолепное, вечное царство Твое. И сила, единственная сила во всей вселенной. И царство, и сила, и слава Твоя. Твоя, только Твоя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, братья, сестры. Воспеваем Бога. У кого еще время есть, пару минут, помолимся сейчас. Если в Киеве, то приезжайте, собирайтесь уже собирайтесь. В 10 утра начало занятий, с 9 там молитва, вот, на Осокорках там, вот, недалеко, вот, от Славутич, станция метро Славутич, там маршрутка ходит туда. Там телефоны есть, контакты. Кто в Киеве, приезжайте. Не стесняйтесь. Если сегодня не успеваете, не получается никак по работе, то завтра. Завтра обязательно приезжайте. Буду рад увидеться с вами лично. Если не сможете, то уже в записи тогда смотрите. Вот, или же трансляции онлайн подключайтесь. Не забывайте перепост делать вашим друзьям. Рассылку включайте и это видео, и другие видео. Значит, буду очень признателен. Благословляю вас всех во имя Господне. Во имя Иисуса Христа. И сегодня вечером не забывайте, читайте в кругу семьи, друзей, товарищей, читайте книгу «Исфирь». Вот, при возможности посетите синагогу сегодня вечером, завтра утром. Приходите, послушайте чтение Магилат Эстер, книги «Исфирь». Именно на языке божественном, на языке иврите. Для большего разумения, лучшего разумения, прослушайте на русском языке, также в записи где-то, допустим, почитайте сами, порассуждайте на украинском, на русском, на понятном вам языке. Пусть Бог благословит вас всех. И напоминаю, что с сегодняшнего вечера начинается праздник, великий праздник святой, аллилуйя, праздник Пурим. Сегодня 13 число месяца Адара 2, 5779 года от сотворения мира, или же завершающегося 3330-го от нашего исхода года. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Благословляю всех вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Мой возлюбленный прекрасен, к
краше тысячи других. Аминь. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог наш грядет, наш возлюбленный грядет, наш возлюбленный прекрасен, краш.